there from the blue corner. Павел Гришанович! Меня зовут Павел Гришанович, мне 22 года. Занимаюсь единоборствами больше 10 лет. Являюсь мастером спорта Республики Беларусь и победителем различных соревнований по кикбоксингу и тайваньскому боксу. Не так давно с моим соперником у меня был поединок на чемпионате Республики Беларусь. Я считаю, что в том бою было довольно-таки спорное решение. Соперник работал в своей стандартной манере. Все три раунда убегал. Но 24 октября на турнире BFC 63 ему уже не удастся спрятаться. И вот мы с вами подошли к главному бою сегодняшнего вечера по кикбоксингу. И мы видим, появляется Павел Гришанович, которому будет противостоять сегодня Максим Подоренко. Очень интересная история соперничества этих двух спортсменов. Не так давно они встречались уже после объявления этого турнира. То, что они будут в главном бою сегодняшнего вечера на чемпионате Республики по кикбоксингу. И Максим Подоренко одержал победу решением судей. Павел Чурни с этим не согласен, и сегодня он хочет это доказать. Самое тайне, верите, как правду, то, что районе. Я не знаю, как надо и как правильный. Умоляю сердце, не чувствую всем каменным. Во мне пятая, во мне крям. Люди страха слышны кляп. Братцы разбойники, волокся поясов и про запас расходники. Будет рам, значит будет бойня. Эй, больно, душа, насладу, любой. Слишком рано стало тобой, бай. Война приходит, братство в своем край. Чему быть, тому не миновать. Палач у меня кисни, богу миловать. На упоставник, перед нас осов. На 40-40 в 40 пришел, снова за поясов. Вечность узелет сумок, это вечный зов. И жизнь летает словно свечи у образов. Вчера мы с ней видим смерть, лес крестов. Сегодня стало понятно, что это другой сон. Please welcome his opponent from the red corner, Максим Подоренко! Всем привет, меня зовут Максим Подоренко, я мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион Европы, победитель Кубка мира по кикбоксингу. Знаю, вы ждете этот бой, постараюсь оправдать ваши ожидания. Своего соперника я уже выигрывал сейчас в финале чемпионата республики. Ему, видимо, судейского решения было мало. Так что сегодня я поставлю жирную точку в нашем противостоянии и покажу, кто здесь настоящий чемпион, то есть я. И соперники могут говорить и писать то, что угодно, про меня все равно я буду и был чемпион. И мы
Выходим, появляется соперник Павла Гришановича, Максим Подоренко, которого уже не так давно выиграл Павло на чемпионате республики по кикбоксингу. Также хочет сделать это и сейчас. Но посмотрим, удача на чьей стороне будет сегодня. Кто задержит победу, Павел Гришанович, либо Максим Подоренко. Introducing first, fighting out of the blue corner, he's 183 centimeters tall, he's a special weight, 72 kilos, 21 years old, he has 15 wins, 10 losses, Pavel Gришанович! And his opponent from the red corner. He's 180 centimeters tall, special weight, 72 kilos, 28 years old. He has 28 wins and 11 losses. Максим Спадаренко! И уже совсем скоро стартует этот поединок между Максимом Подоренко и Павлом Гришановичем. Все очень ждали этого противостояния. Кто же одержит победу? А сделает ли реванш Павел Гришанович? Либо опять одержит победу Максим Подоренко? Первый раунд. Хайкика Подоренко по защите. Лоу-кик от Гришановича. Голову попытался пробить Максим, но Гришанович все видел. Клинчу хорошо коленями работает Гришанович. Пока много ударов проходит по воздуху, спортсмены не растрачивают силы. Thank you.
Два очень сильных спортсмена, все видят, все чувствуют, он его защищает, хотя Павел Грушинович всего 21 год, пропускает как раз сейчас Павел, свои 21 у него 15 побед, 10 поражений, а Максим Спадаренко, ему 28 лет и 28 побед при 11 поражениях, 8-кратный чемпион Республики Беларусь по кикбоксингу. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу, а также чемпион Европы по кикбоксингу. И обладатель награды лучший боец К1 чемпионата Европы 2018 года. А Павел Грешунович, 21 год, просто чемпион мира по муай-тай. И многократный чемпион Республики Беларусь по муай-тай. И это всего лишь 21 год. То есть очень много титулов, очень титулованные спортсмены, несмотря на возраст. Заканчивается у нас с вами первый раунд. Спортсмены очень умно проводят поединок. Выдерживают полностью свой геймплан. Не летят необдуманными ударами, потому что понимают, что на кону победа в этом бою. А этот бой ждали многие. Это противостояние. Поэтому они очень осторожно работают. И, возможно, чем ближе у нас будет окончание этого боя, тем больше будет рисковать спортсмен. Начинается у нас с вами второй раунд этого жаркого поединка между Максимом Спадаренко и Павлом Гришановичем. Уже более поинтереснее проходит второй раунд. Начинают больше атаковать спортсмены. Очень часто так и получается, когда очень ждешь жаркий поединок, очень сильных соперников, а они выходят и работают по геймплану, не рискуют, не бросаются без защиты на оппонента, и он получается более интересно тактический, особенно тех, кто давно смотрит единоборство, в них разбираются, они это любят, а для людей, которые не так давно за единоборствами сидят, конечно, хочется больше крови, больше нокаутов, нокдаунов. Ну, я вас понимаю. Ну, а сейчас очень-очень интересный поединок. Парковка сейчас неплохо Грешановича проходит. Разворот от Спадаренко, но все видел Грешунович по защите. Бэкфис пробует пробить Максим. Ох, как попадает Спадаренко. Опустил Грешунович. Ох, по корпусу хорошо попал Максим. Не слышит рефери Гришанович. Еще одно предупреждение от рефери ему, что после команды бить нельзя. Ох, пропускает Павел. Так, потеряет. Более интереснее становится поединок.
уже не слышат рефери, спортсмены бьют и после команды. Вот, второй раунд намного интереснее становится. Разогрели спортсмены. Больше рискуют, больше попаданий. И Максим Сподоренко, скорее всего, больше настрелял своего оппонента. Паша где-то раскрылся. Не слушают никто рефери. Продолжают наносить удары после команды. Понимаю, накал страстей. Думают только о победе бойцы. В голове только одно – победить. По моему мнению, Сподоренко, скорее всего, забрал второй раунд. И Кришановичу придется отыгрываться. Скорее всего, он это понимает. И, возможно, сейчас Пан расстроится. Посмотрим, что же нас ждет в этом заключительном третьем раунде. Так, ждали все этот бой. И вот уже он настал. И сейчас будет заключительный раунд. Сразу летит в атаку Гришанович. Хайкик от Сподоренко по защите. Сразу ворота пробует. Все, Павел видит. И в голову пропускает Гришанович. Сподоренко попадает. Все больше и больше попадает Максим по своему оппоненту. Идет клинч Гришанович, подустал уже. Третий раунд. Очень динамичный бой. Очень много клинча сейчас у нас с вами. О, какой бэкфи попадает Гришанович. И сразу отвечает ему этот Сподоренко. Все пока по защите. Все видят спортсмены. Клинч идет Гришанович. Немножко промахивается Максим, достигает цели его удар с разворота. Петь, видимо, выцеливает Максим сейчас. Ох, какой удар с колена от Сподоренко. Пропускает Гришанович справа сбоку. Через защиту прошел удар. Сколько там у нас уже на секундомере, уже концовочка, я понимаю, примерно 15 осталось до конца. На конвасе Гришанович уже устал. По корпусу от Сподоренко и клинча. 10 секунд остается у нас до конца. Суперпанч бьет Максим. Закончился поединок. Закончился этот поединок, которого так все долго уже ждали. И Максим Сподоренко уверен в своей победе. Посмотрим, что же скажут судьи. Дождемся объявления ринг-анонсера о том, кто же все-таки оказался победителем в этом бою. Thank you.
Here, ladies and gentlemen, in this fight, winner by decision, Максим Спадаренко! И все-таки в этом бою победу одерживает Максим Спадаренко. Всем его и поздравляем, а Павла Гришановича просим не расстраиваться. Очень яркий и сильный боец. Ждем его на турнирах BFC. Итак, в первую очередь я тебя поздравляю с этим наикрасивейшим боем сегодняшнего вечера. И эти аплодисменты от арены сейчас тебе. To say that it was an absolutely outstanding fight, and we congratulate you with this outstanding victory. В своем профайле ты сказал, что сегодня вечером на BFC 63 в этом октагоне ты поставишь жирную точку по отношению к этому сопернику, и ты это сделал. In your profile, you told us that you will put Bali to these opponents, and you done it. Расскажи немножко, как далось. Мне кажется, легче, чем на республике. Give us a few words about your feeling about the fight. Всем привет. Hello, everyone. Ну, не то чтобы легче, на республике просто это любители, совсем другая работа, и формула боя чуть короче. Но, тем не менее, я думаю, всем понравился бой. Слышал зал, это главное, очень приятно. However, we have to understand that it's a difference between amateur working and professional working. So it's not it was a simplified. Я хочу отметить свой характер, потому что ты вышел и показал оскал, я не знаю, как по-другому сказать, бой был потрясающий. And I have to add that you came here and you show your character. Есть возможность прямо сейчас отблагодарить тех, кто готовил тебя. Now we have an opportunity to thank those who support you during the training camp. Спасибо моей команде, Маханькову Константину, Климу Шрубову, всем моим друзьям и одноклубникам. Спасибо всем, кто за меня болел. Вы мне даете силу. Также те, кто против меня болел, вы мне тоже даете силу. Всем спасибо. И спасибо Паше, несмотря на все за бой. В спорте нет врагов, в спорте есть только соперники. And I want to thank, first of all, my coach, my team, and sure, I want to thank my opponent, Паша Гришановича, for giving me the opportunity to show myself, and we are still only opponent, not ever be an enemy. И еще раз поздравляем тебя с победой, Макс. Я очень рад. Красивое выступление. Я уверен, что мы увидимся еще здесь. Максим Спадаренко!